Мне тоже, короче, начали позванивать за контракт, понял? И знаешь, мне звонят и аргументируют это так, что у них уже все готово, осталось только подписать, понял? Подписывают, говорит, контракт, но они, как же они делают? Они делают, что подписываешь ты контракт с ДНР, понял? То есть не с российской армией, а с ДНР. Ну и это, ну, за меня, понял? У офицеров минимальный контракт 5 лет. Я не могу на так долго планировать свою жизнь, ну, в данной ситуации. 5 лет, ты что? Я в нынешних условиях столько не проживу. Ай-яй-яй, он только что мы ехали, понял, Уралы заехали с этим. В повозке. Я не знаю, вроде у нас тут в наших краях тихо, понял, Павловка, тишина. Вон Макс, казак, приехал, подписал контракт, уже все тут на передке. Да, уже отзванивался. Пересечься не пересекались еще, но уже тут. Но он сейчас вроде в Павловке, я так понял, они вот сейчас на днях должны ротировать их, понял. Но там тоже сколько их привезли с этой Павловки, я не знаю.